Хабиб, по крайней мере, дрался один на один. Потом за оскорбление отца один прыгнул в толпу, а эти толпой прыгают на одного. И по виду они, конечно, если бы сидел, я думаю, Хабиб Нурмагомедов в этом кафе, что-то мне показывает, чтобы они тихо скулили и говорили: извините, пожалуйста, можно автограф взять?